Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами разберем самые распространенные мифы, связанные с вином и виноделием. Конечно, это будет далеко не все. Я собрала вот что так наиболее встречающееся по памяти. Вы мне можете в комментариях что-то еще дописывать, либо какие-то факты, которые вы не знаете, правда это или нет. Я думаю, что впоследствии, может быть, даже сделаем целый плейлист, посвященный вот этим самым мифам. А вообще, откуда они берутся? К сожалению, они берутся от незнания, люди пользуются некачественной информацией, тиражируют ее. Недавно даже мне там кто-то писал, что читай вот того-то, того-то, вот это того-то, того-то. Спросив у Гугла вообще, кто это, человек написал книгу или почему он профессионал, я ничего не нашла. Но я читаю профессиональную литературу, я читаю научную литературу, я читаю ту литературу, по которой учат в вузах, чего и вам, кстати, советую. Потому что все вот эти народные рецепты, конечно, книгу сейчас может издать практически каждый, вот все эти а-ля рецепты домашних вин, точно так же в интернете, то, что встречается, там очень много есть качественной, хорошей информации, но очень много есть вообще некачественной, абсолютно не имеющей никакой связи с реальностью, и, к сожалению, вот эта информация очень часто тиражируется, ну вот... Будем повышать уровень наших знаний. Сегодня разберем самые основные мифы. Первый миф – это, конечно же, вино без воды и сахара не сделаешь. Я даже на нем не буду останавливаться, потому что мне кажется, что уже этой теме я посвятила столько много роликов, что, наверное, не стоит еще раз уделять этому внимание. Скажем кратенько то, что вино, а не спиртосодержащий напиток, делают без сахара и без воды. И если добавление сахара еще допустимо, в том числе и на законодательном уровне в определенных условиях и в строго определенных пропорциях, то добавление воды, ну, это вообще недопустимо и это запрещено. А следующий миф, несколько комментариев таких было, когда я показывала сусло густое и использовала там металлическую ложку. А как же так? Ты мешаешь сусло металлической ложкой, да вообще у тебя никакой уровень профессионализма, и металлической ложкой мешать нельзя. Серьезно? Дорогие друзья, давайте вспомним, что вся наша, ну, нормальная посуда, да, конечно, когда-то кто-то использовал алюминиевые ложки и вилки, но все наши столовые приборы сделаны из нержавеющей стали, которая не вступает с вином ни в какой контакт. Более того, на производствах вина сбраживают в нержавеющих емкостях. То есть, по логике получается, что в нержавеющей емкости вино можно сбраживать, а ложкой металлической, да, из той же нержавеющей стали, вина касаться нельзя. Ну, можно любую металлическую посуду из нержавеющей стали использовать можно. Эмалированную, если она не повреждена, использовать можно. Нельзя использовать алюминий, нельзя использовать, ну, какой-то такие самопальные емкости, черный металл, вот это вот все. Все, что пищевое, нержавеющее, все это использовать можно. Никакого влияния оно не оказывает. Следующий миф – это горечь в вине, которая появляется от раздробленной косточки. Значит, мне всегда хочется вот этим людям, которые этот миф тиражируют, вот услышали, горечь вина, это вы косточку подробили. Вообще попробуйте подробить виноградную косточку. Я вам скажу, что это та еще задача. Когда-то мы делали сок из винограда и пробовали ягодки прессовать целиком. Ну, это отдельная история. Просто расскажу, что вот мы попробовали, сами ягоды прессуются плохо. Значит, надо как-то их помять, раздробить. И на тот момент у меня был обычный погружной блендер. Я вот этим блендером эти ягодки подробила, потом мы на прессе отжали. Так вот, те, кто работает, вот хозяйки с погружным блендером, знают, что там достаточно острый нож, и этот нож там чуть ли не лед колет. Но косточку он не дробит, потому что много жидкости, и косточка просто отскакивает.
подробить косточку даже погружным блендером с острым ножом практически нереально. А если вы дробите виноград какой-то мялкой, руками, специальной машиной, то повредить косточку, ну, там вообще нереально. И вообще, для того, чтобы ее повредить, ну, это очень большой тяжкий труд. Поэтому никакой горечи от косточки быть не может. От чего может быть горечь? Ну, вообще есть патологические процессы в вине, у меня есть отдельный ролик по этому поводу. Но в молодых винах легкая горчинка, она может быть. Со временем она уходит. Это абсолютно нормально. И бояться этого не стоит. Конечно, может быть прогоркание, повторюсь еще раз, могут быть какие-то плохие процессы, но с косточкой они вообще никак не связаны. Что может давать косточка? Грубые неприятные танины, если косточка была зеленая, а мы долго держали на мезге и в том числе на косточках. Да, какие-то такие неприятные тона давать может, но горечь от раздробленной косточки быть не может, потому что косточку подробить очень сложно. Следующий миф касается превращения вина в уксус. Тоже есть отдельный ролик, посвященный этой теме, но кратенько здесь коснемся. К сожалению, миф настолько тиражируемый даже людьми, которые работают с вином. Даже я как-то смотрела несколько экскурсий с винзаводов. Люди, которые, конечно, тот, кто проводит экскурсию, вообще процессы не особо касаются. Но когда там говорят, что вино со временем превращается в уксус, со временем оно в уксус не превращается. Оно может окисляться, оно может стареть, оно может умирать, но в уксус оно не превратится. Точно так же недавно какая-то рекламная статья мне попалась про хранение вина. Тоже, если у вас бутылка хранится в тепле, то со временем вино там превратится в уксус. Глупости. Для превращения вина в уксус надо два условия, даже три. Не очень высокий спирт, тепло и доступ кислорода. Какой доступ кислорода в бутылке? Вот для уксуса надо много кислорода. Также некоторые боятся, что если я вино открою, вот оно еще там бродит, я его открою, оно превратится в уксус. Не превратится. Даже если у вас перчатка улетит, и неделю у вас не будет, ваше вино в уксус не превратится, особенно если оно бродит. Пока вино бродит, вообще оно защищено углекислым газом, который вырабатывается. Он тяжеленький, он внизу сидит. А когда вино закончило свое брожение, все равно для того, чтобы оно превратилось в уксус, нужен длительный и большой контакт с кислородом. Вот если, конечно, у вас емкость была неполная, вино стояло в тепле, брожение закончилось, а там пробка была не герметична, то да, оно может превратиться в уксус, но это не за один, не за два дня произойдет. И более того, некоторые вина не превращаются в уксус никогда, в принципе. Они могут окисляться, они могут становиться неприятные на вкус, но в уксус они не превращаются. Даже вот по моему опыту было, что у меня оставалось там в тепле пол бутылки недопитой и вообще вот столечко, да, там, грубо говоря, на дне. И эти вина, да, они окислялись, они приобретали определенные тона, но в уксус не превращались. Что для этого нужны определенные условия. И бояться там чуть-чуть открыть ваше вино не надо, ничего страшного. И также с этим же связан миф, что я попробовал вино, оно кислое, это уже уксус, или оно превратится в уксус. Наличие кислоты в вине и уксусное скисание между собой вообще не связаны. Кислое вино не равно скисшее вино. В нем просто много кислоты. Более того, эта же кислота будет защищать от развития уксусных бактерий. И отличить все просто. Кислое, оно кислое, уксусное, оно имеет такой резкий и специфический запах. Если вы его не помните, не знаете, идем в наши закрома. Я думаю, что у каждой хозяйки дома есть уксус. Нюхаем, пробуем свое, да, если там этого запаха нету, все с вашим вином нормально и бояться ничего не стоит. Еще раз, кислое не равно скисшее. Следующий миф, виноградный сахар, глюкоза.
надо добавлять только его, потому что вот он такой родной, как у винограда. Открою вам секрет. В виноградной ягоде примерно 50 на 50 глюкозы и фруктозы. Какой из них родной сахар? И глюкоза, и фруктоза будут родными сахарами виноградной ягоды. Сахароза, вот тот сахар-песок, который мы привыкли употреблять, также содержится в виноградной ягоде, только в очень малых количествах. Если нам нужно добавить сахар, то вот это, ну, кто-то... Было у меня, знаете, наверное, года два назад тоже один такой рьяный комментатор, который говорил, виноград, это же не бурак, там, не знаю, какие-то у человека странные ассоциации. Так вот, сахароза, тростниковый сахар, свекловичный, неважно, да, откуда он добыт, это глюкоза и фруктоза. Чем отличается глюкоза от фруктозы? Ну, грубо говоря, вот это глюкоза, вот это фруктоза. Формула у них одинаковая, только, грубо говоря, одна прямая, одна перевернутая. И вот когда они вместе соединены, вот это наш свекловичный сахар, сахароза. Когда вот эта штука попадает в виноградный сок под действием его кислоты, она распадается на глюкозу и фруктозу. И вот поскольку их в виноградной ягоде примерно 50 на 50, то добавив обычный сахар, мы получаем ровненько родной состав виноградной ягоды. Примерно 50 на 50 глюкозы и фруктозы. Использование декстрозы или глюкозы, но еще раз, это не виноградный сахар. Этот же сахар может глюкоза содержаться в каких-то других продуктах, но с таким же успехом и фруктоза можно назвать тоже виноградным сахаром. То есть в этой части это миф. Использование вот декстрозы, ну это коммерческое название глюкозы, может быть оправдано в винокурении при производстве крепких алкогольных напитков, потому что там вот как раз этих кислот нету. И ну, это имеет смысл. Я, конечно, с крепкими напитками не работаю, но то, что я слышала, что дрожжи, кстати, они тоже могут расщеплять вот эту сахарозу, но вроде бы они при этом выделяют какой-то не очень хороший фермент, который может сказаться на ароматике. Тоже профессионалы этого дела знают, то есть там это может быть оправдано. Единственное, вот в этом всем, что является истиной, это то, что дрожжи с большим удовольствием потребляют глюкозу, чем фруктозу. Фруктозу они ровно так же спрашивают в спирт, как и глюкозу. Но глюкозу они потребляют быстрее и охотнее. Поэтому теоретически, если особенно на последних стадиях брожения, почему-то вот мы решили, что нам надо сахар добавить, то, конечно, вероятность переработки глюкозы в спирт будет выше, чем если мы добавим обычный сахар. Это с одной стороны, ну это теория, да. С другой стороны, в виноделии единственный разрешенный сахар – это сахароза, свекловичный либо тростниковый сахар. Его вот везде, где вообще разрешено добавление сахара по законодательству, это только сахароза, никаких глюкоз, никаких фруктоз. Только обычный сахар. В производстве шампанских вин, когда делают шампанское полусухое, полусладкое, когда ставят на вторичное брожение, тоже там используют обычный сахар. Никакой глюкозы. Конечно, в домашнем виноделии, если вы хотите, то можно добавлять глюкозу, но особой разницы вы не почувствуете, кроме финансов. Потому что глюкоза стоит в несколько раз дороже, чем обычный сахар. Ну и напомню, да, что оправдано может быть, если по каким-то причинам вот мы решили добавить в конце, то да, вероятность переработки глюкозы может быть несколько больше, чем если мы добавим обычный сахар, там, где будет и глюкоза, и фруктоза. Следующий миф. Вино молодое, пока в нем не выпал винный камень, пить категорически нельзя, потому что забьются почки. И даже рассказываю страшные истории про каких-то знакомых, которые от этого умерли. Простите, у вас есть заключение, что именно вот от этого, а не от чего-то другого? Может, человек просто неумеренно потреблял все подряд? Ну,
И, в принципе, причины будем могут быть разные, не будем этого касаться. Так вот, молодое вино употреблять можно. И винный камень на вас не скажется никак. Есть, я рассказываю где-то про это подробнее, кратенько. В молодом вине винный камень еще может не выпасть. Там будет отдельная калий, отдельная винная кислота, и это вообще никак на вас не сказывается. Это первое. Второе. Винный камень используется в медицине в качестве, в том числе, и мочегонного средства. Он выводит жидкость и мочу из вашего организма. И никак не оседает в ваших почках. Это вот, ну, не знаю, откуда пошел этот миф, но тем не менее он есть. Так вот, ничего общего с реальностью он не имеет. А другое дело, что молодое вино часто может быть такое хмельное, оказывать не очень хороший эффект на организм в виде отключенных ног, в виде сильных головокружений. Я, честно говоря, конечно, никогда на себе этого не испытывала, несмотря на то, что иногда я пробую молодые вина, иногда я их употребляю. Ну, либо я количество не добрала, либо, не знаю, у меня вина волшебная. То есть я на себе этого эффекта никогда не чувствовала, но читала, что он такой есть. Поэтому, может быть, в употреблении молодого вина надо быть аккуратным, ну, чтобы не получить вот эти негативные эффекты. Но на ваши почки конкретно винный камень никакого влияния негативного не окажет. Следующий миф. Вино надо очень часто снимать с осадка, иначе оно испортится. И там, как в «Угадай мелодию», кто на что горазд, через неделю, через две, там, через три, вот бесконечно снимать. Будет отдельный ролик, либо я уже выпустила, не знаю, как бы снимаю в одно время, да, потом буду размещать все, посмотрим, в каком порядке. То есть про это будет отдельный разговор. Но никакой необходимости в частом снятии с осадка нету. Снять, если мы не используем какие-то определенные технологии, не преследуем определенных целей, то нам нужно по окончании брожения снять с толстого осадка. Второй раз мы снимаем примерно зимой с винного камня, потом, если есть необходимость, можем снять где-то в середине, в конце весны, если там что-то выпадет. Ну и, в принципе, у многих в это время уже все выпито. Поэтому дальше можно не продолжать. В промышленности, если вино проходит годовой цикл, то снимают 4 раза всего лишь. И вот это вот бесконечное снятие, ну, оно абсолютно не нужно и бессмысленно. Точно так же миф, что если передержать вино на осадке, оно испортится, оно там затухнет, и все остальное не испортится и не затухнет. Ну, конечно, в разумных пределах. Смело можно ждать до окончания брожения и только тогда снимать с осадка. Если же у вас, ну, так получилось, что осадок еще очень толстый, очень большой, занимает там примерно половину емкости, а может быть и больше, тогда можно снять раньше, можно снять где-то в процессе брожения и даже попробовать, может быть, еще через какие-то фильтровальные ткани вот этот вот толстый осадок пропустить. Следующий миф, что домашнее вино не хранится, его обязательно надо там или пастеризовать, или туда сахар обухать, или спирт обухать, закреплять. Нет, все это неправда. Если вы вино нормально делали, если вы соблюдали все технологии, то ваше вино будет храниться без каких-либо дополнительных действий. Если мы говорим о сухих винах, что сухие вина – это самые стабильные, самые легко хранящиеся вина. А вторые самые легко хранящиеся – это вина десертные, но там надо определенное соблюдение и сахарной составляющей, и спиртовой. Мы это сейчас не берем, но если сухие вина, мы говорим о них, то они прекрасно хранятся без каких-либо дополнительных действий. Что касается вин с остаточным сахаром, либо с добавленным сахаром, то в данном случае такие вина как раз-таки хранятся плохо. Всегда есть тот, кто захочет этот сахар покушать, поэтому такие вина надо стабилизировать либо температурой пастеризации, либо добавлением серы, может быть, даже с арбатом калия. Еще касательно хранения, что обязательно хранить в прохладном месте, в подвале. Ну, это было бы классно, если бы у нас всех, у всех эти подвалы были. Если у нас вот этого ничего нету, опять же,
нормально сделанное вино с соблюдением технологий прекрасно хранится в наших обычных городских квартирах. Прохранится ли оно 10 лет, я не знаю, но год-два вполне. Повторюсь, если мы соблюдали технологии, все делали нормально и качественно. И еще касательно хранения вина, здесь влияет и сам сорт винограда, который мы используем. Есть вина, которые подлежат выдержке, есть вина, которые не подлежат выдержке. Вино, как бы, которое не подлежит выдержке, оно сильно не испортится, но оно просто потеряет свой шарм, свой вкус, свою ароматику. То есть пить его будет можно. Ничего там, оно не ядовитое, ничего страшного не случится. Но оно будет не такое вкусное, как если бы оно было выпито раньше, просто потому что вот такой его жизненный цикл. А следующий миф касается сухого вина. Вот в этом сезоне было несколько вопросов. Сколько сахара в виноградной ягоде достаточно для получения сухого вина? Смотрите, сухое вино, оно никак не связано с процессом добавления или не добавления сахара. Сухое вино – это то вино, в котором сахар выбродил в ноль. То есть весь сахар израсходовался. И неважно, сколько было изначально сахара. 16% либо 25%. Если оно все выбродило в ноль, это будет сухое вино. Также как-то был комментарий, что вина с крепостью, я только не вспомню сейчас точную цифру, ну, допустим, более 13% – это уже вина крепленые. Вообще никак ни с чем не связано. Крепленые вина – это те вина, в которые добавляют спирт. Если спирт не добавлен, если у нас были такие классные дрожжи и такой очень сладкий виноград, что вино выбродило до 18% спирта, оно никак не крепленое. Это… Если сахар выбродил полностью, будет сухое вино, оно будет крепкое, да, потому что там много спирта, но никак не крепленое, потому что это свой спирт, выработанный из сахара. И точно так же добавление сахара никак вообще не влияет на то, сухое вино, либо какое-то другое, да, хочется сказать, мокрое. То есть сухое вино – это то, в котором сахар выбродил полностью. Если сахар не полностью выбродил, это уже вино с остаточным сахаром. В зависимости от содержания этого сахара, оно там будет полусухое, полусладкое, либо сладкое. Ну и здесь такая тоже маленькая ремарка, что вот эти вот вина с остаточным сахаром, правильно их делать не добавлением сахара, а правильно оставлять свой сахар виноградной ягоды, то есть прерывать брожение на каком-то этапе либо добавлением спирта, либо там пастеризации. Сейчас вообще не касаемся этих технологий, но правильно это делать не добавлением сахара, а все-таки при помощи других процессов, при помощи других технологий. Ну и, наверное, последний миф, повторю их, конечно, великое множество. Я собрала такие самые часто встречающиеся, что если вино кислое, да, то тоже надо добавить сахар, и тогда оно станет не кислым. И вот у меня, например, комментарии такие, что у меня от кислых вин изжога, поэтому вот я добавляю сахар, и вино станет менее кислым. Нет. Кислота как была, так и останется. Если у вас действительно от этой кислоты изжога, то хоть вы там тонну сахара насыпите, у вас эта изжога как была, так и будет. И точно так же, если эта кислота жгла ваш желудок, точно так же она и будет жечь. Сахар никак не влияет на наличие кислоты в вине. Все, что сахар делает, это он маскирует эту кислоту исключительно в вашем вкусовом восприятии. И все. А так, кислота как была, так она и есть. И никак вы ее сахаром не замаскируете. Более того, добавление сахара для якобы погашения кислоты часто провоцирует просто повторное брожение и увеличение спиртозности вина. Но на кислоту не влияет никак. С кислотой надо работать по-другому. Уже масса роликов этому посвящена. Ссылки на некоторые я вам оставлю. Что хочется сказать напоследок.
фильтруйте информацию. Да, информации сейчас очень много информации некачественной, вот таких вот мифов, не имеющих в большинстве своем ничего общего с реальностью. В то же время есть много хорошей, качественной информации, просто чуть-чуть надо постараться и найти. Совет: читайте литературу. Не домашнее виноделие, написанное непонятным автором, а читайте литературу профессиональную. Учебников по виноделию в сети на русском языке есть некоторое количество. Они абсолютно доступны. Все это в свободном доступе. Ну, что-то продается, как бы более новых изданий, но тем не менее и свободно, бесплатно тоже много чего можно почитать. Я думаю, что вообще литературе по виноделию как-то вы спрашивали, ну, посвятим отдельный ролик. Не будем сейчас здесь останавливаться. Самое главное, что я хотела до вас донести, все-таки ищите качественную информацию и черпайте ее из надежных источников, от профессионалов, которые действительно занимаются либо занимались вином и виноделием. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Я вам оставлю ссылку на плейлист по домашнему виноделию, где очень много роликов, посвященных очень различным темам. Мне кажется, что, наверное, уже там есть все. Ну или почти все. Поэтому смотрите. И некоторые ролики, также ссылки оставлю. А также мои контакты и каталог наших сортов винограда. И до новых встреч!